Барщину шире! В образовательный центр «Сириус» Алексей Мишин, легендарный тренер Евгения Плющенко и Алексея Ягудина приехал сразу после своего юбилея. 8 марта ему исполнилось 75. С центром Алексея Мишина связывают особые отношения. Тренер входит в экспертный совет фонда «Талант и успех», который занимается отбором воспитанников в «Сириус». Всегда найдутся таланты, надо правильно работать. И вот я чувствую свою задачу, как тренер уже, ну я себя называю, мне 75 лет, я считаю, что я уже в зрелом возрасте. Чтобы состоялся чемпион, нужно, чтобы совпали три условия. Первое, ребенок должен родиться талантливым. Второе, он должен оказаться в нужном месте и в нужных руках. В Сочи все это есть. Талантливые дети, победители спортивных турниров, отличные условия занятия проходят на Олимпийском льду арены «Шайба» и, конечно, лучшие педагоги. На мартовскую смену приехали более 50 юных фигуристов из 4 регионов страны. Внимание именитый тренер смог уделить всем. Про Мишина, ну, я представляла, что он такой суровый. На самом деле, ну, не оправдались мы, так сказать. А что рассказал? Как держать себя вообще, в принципе, как представлять себя, как вообще катать чисто. Он нам дает много новых движений, которые мы делаем для группировки в прыжках, как бы, чтобы у нас получили, ну, были, как, группировка очень хорошая. Азы именно он рассказывает хорошо, очень показывает, все четко. Какие-то моменты для себя усваиваешь, где-то применяешь. Также в тренировочный процесс будем включать все это, пытаться понять, переосмыслить вообще. Вот. И другим, до других тренеров довести. На мастер-классах участвуют не только дети, но и тренеры из всех представленных в смене регионов, чтобы, вернувшись домой, они смогли поделиться опытом с максимальным количеством воспитанников. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.